горшок. Ужас, Мишка, холодный час. Там был такой фильм, когда-то Анискин и Фантомас, да, вот эта серия, да, ну, деревенский такой детектив. Тут, значит, тоже про такого дядю Васю, которого Мегре называли. Было утро, было рано, баба Дуня шла пешком, и попалась, как ни странно, баба, бабка с белым порошком, и, болтая с нетерпением, кобурою на бедре, вел старушку в отделение, дядя Вася наш Мегре, вел старушку в отделение, дядя Вася наш Мегре. В отделении, между прочим, дали бабушке попить, отпусти меня, сыночек, стала бабка говорить, отпусти меня, сыночек. Отпусти меня, сыночек, отпусти меня, сыночек. Стала бабка говорить, я ни в чем не виновата, тьму на белый порошок. Я взяла, сынок, для сваты, в магазине тот мешок. Я ж неграмотный, я Васе, может, дали не того. Продавщица наша Тася мне подсунула его. Продавщица наша Тася мне подсунула его. Экспертиза разберется, Вася стал предупреждать, а бабуля вам придется под арестом подождать, а бабуля вам придется, ой, бабуля вам придется, а бабуля вам придется под арестом подождать. Три недели пролетели, как по небу облака, и ответ пришел на середу. Пшеничная мука. Рада бабка приглашает дядю Васю на блины. Что ж блины не помешают, коль на бабке нет вины. Что ж блины не помешают, коль на бабке нет вины. Ведь работал я на совесть, заслужил твои блины. Про меня напишут повесть о защитниках страны. Про меня напишут повесть. Про меня напишут повесть. Про меня напишут повесть. О защитниках страны.